Marta. Ребят, только давайте потише. Слышь, пожалуйста. All right, guys. Yes. We'll see you at the gig. Please, for my session. We love you, Dave. Все, отходите, отходите. Все, ты много подписал. And they love you. Remember. I love you, Dave. I love you. Dave, yeah. Yeah. Dave, I love you. I'm going to the best! Yeah, I'm going to the best! You remember Moscow! Come on, let's go! Ну и чего? Сразу две мировые суперзвезды гостили в среду в Москве. Группа Massive Attack и вокалист Depeche Mode Дэйв Ганн на одной сцене. Такого подарка русские фэны даже не ждали. Концерта Дэйв Ганн побывал в Санкт-Петербурге. Спецназ Ньюсблока и там внимательно следил за Дэйвом. Угадайте, кто такие бумажные монстры? А чтобы вам не ошибиться, я рекомендую вам послушать сольный альбом Дэйва Геккана. Или же есть еще один вариант, сходите на его сольный концерт. Естественно, что спецназ MTV выбирает наиболее интересные варианты. И вот сейчас мы увидим его воочию. В Питер лицо Depeche Mode приехало в понедельник, причем из Финляндии, да еще и на автобусе. Ну а трудовые будни звезды начались с пресс-конференции, где он рассказал, например, о том, как отметил новый альбом, о дочери и о том, что он рад быть в северной столице. Я рад быть здесь, и мне очень нравятся эти концерты. Реакция на альбом потрясающая. Я всегда еду туда, где встречаю отклик в душах людей. Пока все идет очень здорово. В течение этого тура мы выступали на разных фестивалях, играли перед совершенно разной аудиторией, и, кстати, не всегда перед нашими фанами. Мы пытаемся завоевать признание новой для нас аудитории. Все очень здорово, очень приятно быть здесь. Спасибо.
Знаете, я иногда пою своей дочери колыбельную. В альбоме есть песня под названием «Stay». Это песня о влюбленности. Не о безмерном обожании кого-либо, а именно о самом чувстве, которое ты испытываешь, видя, что любим. Именно это я чувствую по отношению к своей дочери. Она меня всегда очень вдохновляет. Когда ты маленький, то тебе кажется, что все возможно. И главное — сохранить это в себе. А дальше был концерт. Разогревали многотысячную публику группы «Дедушки» и «Буч». Мы, конечно, поговорили и с ними. Как вам вообще сольное творчество Дэйва и вот его этот альбом «Бумажные монстры»? Как вы вообще? Понравилось или нет? Честно говоря, мне больше нравится в составе Depeche Mode все это. Чтобы все это было в составе Depeche Mode. Ну, с другой стороны, мне показалось приятным, что человек как бы пошел опять, не повторяя уже пройденный этап, а он попытается сделать что-то немножко по-другому. То есть больше стало какого-то вот рока, я даже от него удивился. Он весь, да, в энергетике, он весь музыка. В этом сам. Много гитар, электроники достаточно мало, очень такая экспрессия. Например, Мартин Легор издал второй альбом каверов, и он говорил сам лично, что если бы он знал, что Дэвид Гехман выпустит сольный альбом, он бы ни почем бы не издавал альбом каверов, он бы издавал бы собственное творчество. Вот. Отсюда вывод, что, может быть, Depeche Mode готов развалиться, да? Ну, вряд ли это будет событие. Ага, но мы не те люди, которые будут пировать на их там, типа, пожарище, там, костях, да? И вот, потому что группа на самом деле супер. К сожалению, организаторы разрешили снять на камеру только первые три песни, но можем вас заверить, что помимо песен с альбома Paper Monsters, Дэйв исполнил еще и классические хиты группы Depeche Mode. Слышите этот свист? Они любят его, так же, как любим его и мы. С вами был спецназ МТВ в Питере. Меня зовут Санчес. Слушайте музыку. Massive Attack и Dave Gahan на одной сцене. Русским фанатам и не снился такой подарок. И все-таки это произошло. На этой неделе мировые звезды первой величины приехали в Россию. Московский концерт прошел 18 июня в Олимпийском. Разогревать публику перед выходом музыкальных гигантов организаторы доверили группам «Дети Пикассо», «Руна» и «Moscow Groove Institute». Это любимый артист, и было приятно выступать на одной сцене с ним, тем более, когда в детстве, в общем-то, был таким горячим поклонником этих коллективов, и вот как-то получается так, что в итоге оказываешься с ними на одной сцене, это очень, конечно, зыкинско. После отечественных исполнителей на сцене появился легендарный Дэйв Гэн, лидер группы Depeche Mode. А с недавнего времени еще и сольный исполнитель. Несмотря на то, что выступление было приурочено к выпуску альбома Paper Monsters, Дэйв исполнил и некоторые хиты Depeche Mode. Поведение Мэтра на сцене заслуживает отдельного рассказа. Его рок-драйв и пластика были в лучших традициях Игги Попа, Ника Кейва и Мика Джаггера. И все же он остался Дэйвом Гэном, единственным и непревзойденным. Как тебе удается поддерживать такую хорошую форму? Performing. Ну, я выступаю.
А еще я много бегаю. Мне очень нравится бегать. Но не сейчас, когда я дома, в Нью-Йорке. Сейчас я бегаю по сцене. Ну и еще йога. Мне нравится заниматься йогой. Расскажи о своих дальнейших шагах в сольной карьере. Я двигаюсь вперед. Не знаю, что меня ждет, но сейчас у меня тур в поддержку альбома Paper Monsters. Он продлится до конца года. И может еще в начале следующего года мы поедем в Австралию. А потом уже домой. Также я хочу посвятить себя написанию песен. Посмотрим. Я очень надеюсь, что буду много писать в следующем году. Кстати, мы с моей новой группой уже написали одну песню. Однажды ты сказал, что никогда не уйдешь из Depeche Mode. Что же случилось? Ну, люди меняются. Вопрос. Твой ударник, Виктор. Да, Виктор. Он классный? Да, он очень классный. Он потрясающий. Он мой старый друг. И он вчера отчаянно матерился со сцены. По-русски. Интересно, кто его научил? А, кажется, я догадываюсь, кто его научил. А ты можешь сказать то же самое в камеру? А что он сказал? Он что, так и сказал? Да, он так сказал. Вначале ты по-русски сказал, что это великолепное место, а потом он все время матерился. Не, ну а что, правильно, здесь действительно очень клево. Скажи еще раз, как это звучит? Z-E-S, MTV, and Dave Gahn, Dirty Sticky Floors. Why you wanna take me to this party and breathe? I'm dying to leave. После угара Дэйва Гэна на сцене появились меланхоличные философы Massive Attack. За несколько часов до концерта 3D и Daddy G дали эксклюзивное интервью Ньюсблоку. Расскажите немного о Шинед О'Коннор, как вам работалось с ней над альбомом Tense Widow? Ну, знаешь, Шинед, она такая классная. Она пришла к нам с несколькими идеями, и мы проиграли ей кое-что из наших песен. Если честно, перед встречей мы безумно волновались, потому что она такая легендарная личность. Да, и она настоящая муза. Да, она изумительная. Вот такой вопрос. Представьте, что машина времени все-таки существует, и вы можете отправиться в любое время и в любое место. Если взглянуть на последние 20 лет и то, чем мы занимались, то, возможно, я хотел бы оказаться в том времени, когда хип-хоп только зарождался, когда свет увидел появление нового музыкального жанра, который оказал такое влияние. А что касается истории... Да нет, хороший ответ. Ты хотел бы оказаться на классной хип-хоперской вечеринке? Нет, я представляю себя в 60-х на стороне Мартина Лютера Кинга. Но вообще сложно сказать, я даже не знаю. Что ты скажешь? Если честно, то я вот подумал, здорово было бы оказаться в том времени, когда создавалась Вселенная. Ну, хотя вряд ли это возможно. А почему нет? А кем ты будешь? Атомом? Кусочком материи? У тебя не будет ни глаз, ни ушей, ты даже не сможешь понять, что происходит вокруг тебя. Все это будет сложнейшая химическая реакция. А еще здорово было бы заглянуть в будущее, хотя это может оказать разрушительное действие. Как далеко в будущее? Хотелось бы узнать, что станет с нами через 1000 или 2000 лет. Но это все-таки ужасно, потому что тебе придется вернуться, и ты будешь ужасно разочарован жить в сегодняшнем дне, зная о том, что произойдет в будущем. Это действительно очень опасно.